Больше 20 лет назад на окраине Салтовки вдоль улицы Светлой люди взяли в аренду земельные участки. Огороды здесь были до 2006-го, когда власть провела незаконную приватизацию. Людям пришлось отстаивать свое право на землю в судах. Мы связались и нашли Родинского Анатолия Анатольевича. Он очень-очень намного помог. Он начал судиться, помогать. Мы писали заявления, мы писали суды. Мы все суды прошли. Мы ходили, наверное, всю зиму. Вот. И мы все же мы отстояли. Потом передавали в апелляционный суд. Борьба завершилась победой. Спустя 8 лет люди вернут свои участки. Причем до 10 соток они бесплатно получат частную собственность под жилую застройку. Пакет землеустроительной документации уже готов. Земля под жилую застройку – это наивысшая, наилучшая категория использования земельного участка. Почему? Потому что она включает в себя все. И огороды, и дачи, и жилые дома, и сады. То есть человек сам может решить, что он там будет строить и что будет делаться на этой земле, потому что это его частная собственность. Сейчас огородники проводят перерегистрацию, жеребьевку и начинают процесс юридического оформления земли. Общая площадь возвращенных участков – 700 гектаров. Виктория Вашкевич, медиагруппа «Объектив».